В преддверии Дня Победы все участники инвалиды Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним граждане и жители региона, ставшие круглыми сиротами в годы Второй мировой, по традиции получают продуктовые наборы и поздравительные открытки от губернатора Самарской области Николая Меркушкина. До 9 мая подарки будут доставлены всем 50 тысячам адресатов. В эти дни в чествовании ветеранов активное участие принимают представители власти всех уровней, общественные организации, предприятия и бизнес-структуры. Значительный вклад в создание праздничной атмосферы внесли почетные граждане Самары Юрий Егоров и Владимир Аветисян. С благодарностью за подвиг репортаж Евгения Салея. Пулеметчик Михаил Кудасов встретил победу в Монголии, где пользовался огромным авторитетом у местных бойцов. Оружие в руках монгольских воинов часто ломалось, и единственным их спасением был рядовой советской армии, который при помощи напильника мог вытащить, к примеру, новый боек для автомата. Пришли к начальнику, отдайте нам, они цириком звали, цирик у них, не солдаты, а мы вам три, а вы нам одного отдайте. Он им стал объяснять, что у нас этого нет. Вот. Поэтому, ну а потом мы пошли вот на японцев. Война с Японией, как известно, началась 9 августа победного 45-го. Потом Михаил Ефимович участвовал в ликвидации банд националистов на границе Молдавии и Украины. После демобилизации в 50-м пошел работать на 9-й ГПЗ, где трудился без малого 40 лет. В этом году ветеран отпразднует свой 90-летний юбилей. Но главный праздник для него, конечно, 70-летие победы. Самые важные поздравления от губернатора Николая Меркушкина и почетного гражданина Самары Владимира Аветисяна. Спасибо ему, дай бог, чтобы он... Только дочка у нас был и заботился об нас. Очень хорошо, что... Ведь, честно говоря, не в этом, что я вот подарил там сладкое и горькое. Дело в том, что забота. Помимо продуктовых наборов от главы региона, ветераны города получили по 3000 рублей от почетного гражданина Самары Владимира Аветисяна, который откликнулся на призыв руководства области и проявил участие в чествовании победителей не только на словах. Ну спасибо, спасибо людям, ну господи, ну спасибо не то, что там тысячу или сколько, а в том, что помню таких, как я. Нина Никифоровна Климова отчетливо помнит каждый день войны. В составе прожектора на зенитного батальона она в прямом смысле делала небо над головой мирным, уничтожая вражескую авиацию. До 80 лет Нина Никифоровна возглавляла районный совет ветеранов. Она, как никто другой, знает, как важно внимание для участников войны. Спасибо, не забывают. Сейчас в Самаре проживают 1546 ветеранов. До 9 мая все они получат поздравления и материальную поддержку, чтобы достойно отметить главный праздник страны.